Добро пожаловать на официальный канал World of Tanks Blitz. Меня зовут Александра. Сегодня я буду вместо Тортика. Я ваш личный комьюнити-менеджер. С нами Артик, наш вечный любимый комментатор. Привет. Привет, Саша. Привет, зрители, ребята. Мы передаем привет Ане. Сегодня она не смогла к нам присоединиться, к сожалению. Но сегодня у нас вызов звездам. Турнир, финальный этап. Мы немножечко задерживаемся, но в любом случае сыграем. Все равно сегодня будет очень круто, очень интересно. Артик, расскажи, кто сегодня играет? Сегодня у нас представители нашего Blitz Twister Cup прошедшего 2018 года. Ace Ventura и C4. Есть две команды. Этим двум командам бросает вызов команда 4-4. Очень интересно. И сегодня мы увидим два матча. 4-4 сыграют сначала против Ace Ventura, а затем против C4. Отлично. Обещает быть очень интересно. Очень горячая игра, я, по крайней мере, жду. Чего ты ждешь от матчей? Я жду зрелища, я жду, что команды сыграют в свое удовольствие. В любом случае, награды они получат. Это Chieftain T95, премиум танк 8 уровня, в случае, если он у них есть, это компенсация в золоте. И ребята должны показать все, на что они способны в нашем дружеском шоу-матче. Дружеский шоу-матч, отлично. Я знаю, что у команды C4, которая сыграет второй с командой 4-4, очень богатая история в Твистере. Не правда ли? Да, есть у них история, участвуют они во всех крупных соревнованиях. Молодцы, так держать. Передаем привет C4. Пока что у них результаты все хуже и хуже, но я надеюсь, что в дальнейшем у них все получится. Но самое наше главное сегодня, те, за теми мы хотим понаблюдать, это те, кто бросают вызов звездам, это 4-4, и они покажут, я уверен, что-то нам интересное. По регламенту. Интересное, да, по регламенту расскажи, очень интересно по регламенту. По регламенту два матча у нас будет до 4 побед, best of 7. Стартовать уже должны были матчи в 20:00, но у нас небольшие технические заминочки. В любом случае, мы сыграем сегодня. Конечно, эти бои. От того интереснее напряжение, атмосфера накаленнее. Я вижу, там зрители уже просто пишут. Да, в чате. Чатик разрывается. Ребят, я буду с вами, я буду читать немножко чатик, но очень большое количество сообщений, возможно, что-то не ухвачу. Но, тем не менее, очень интересно всегда с вами общаться. Я каждый стрим с вами в чатике, так что пишите, передаем привет Ане Тортик. Ей будет очень приятно. Команда Ace Ventura. Ace Ventura. Второе место, Blitz Twister Cup 2018, молодцы, отличный результат. Отличный результат, но после этого результата команда решила расформироваться, к сожалению. Почему так? Не сошлись, наверное, характерами, почему так, точно не скажу, но в любом случае игроки будут участвовать в турнирах. То есть мы играем тем составом, который участвовал в Blitz Twister Cup 2018. Да, сегодня, отлично. Да. Соответственно, капитан команды у нас Злобина Лиза. Конечно. Передаем привет команде Ace Ventura, мои дорогие. Мы с вами знакомы лично. Очень рада, что вы сегодня участвуете с нами. И я хочу поздравить команду 4-4, которые сделали большой прорыв. Они прошли отборочные, и они бросают вызов нашим звездам сегодня. Отборочные были очень жаркие, команды участвовали все сильные, и 4-4 было нелегко, но они справились. Да. Кто знает, возможно, это наши будущие звезды. Возможно, скоро будет бросать вызов 4-4. Я предлагаю пока что покататься в рандоме. У нас буквально с минуты на минуту придет приглас, я надеюсь на это. Очень ждем приглас, да. У меня есть Chrysler K. У тебя есть Chrysler K, да. Новая машина. Но ты уже катал на нем? Нет, это я прям купил сейчас. То есть это прям будет сейчас очень интересно, хочу опробовать его прямо в эфире. Мы переключимся на мой ноутбук. Да, отлично. Отлично, мы видим картинку. Красненько, слушай, красивая машинка, красивая. Ну это все камуфляж. Ой, камуфляж это какой, все авангард. Просто сок. Отлично, у нас есть информация, что бои начнутся в 20:20, соответственно, это через 9 минут. Будем держать вас в курсе. И как раз есть время для того, чтобы сыграть один бой и сразу же карта Нормандия. Карта Нормандия. Артик, расскажи, как тебе карта Нормандия. Карта Нормандия очень-очень атмосферная. Нормально. Это в первую очередь нормальная. Это во вторую по геймплею. Я привык отыгрывать через точку Б, через центр карты, а там уже посмотрим. Ой, это какой-то киберспорт, Артик. Конечно, конечно. Очень смело. Я знаю, что на этой карте игроки в основном предпочитают береговую линию, отыгрывать по низу. По низу очень-очень рискованно отыгрывать, но да, некоторые именно так и действуют. Итак, поехали. Это тактики и стратегии. Отлично. Мы едем на точку Б сейчас, верно? Да, комментируй бой. Мне будет очень приятно. Я, возможно, чего-нибудь... Ну, как я могу комментировать бой комментатора, опыт Артик? Перейму тебя, не стесняйся. Как себе взрывающийся самолет? Это просто что-то топ-эффект, да? Да. Я знаю, что некоторые игроки на ЛТТБшке залетали туда прямо. В тренировочных комнатах, да, залетали. Да, и да, да, с ними там ничего хорошего. Очень прикольные видосы. Ходила. А
Однако пытались. Я вижу, у нас две ПТшечки на себя там хотят выглянуть. Нет, они не на меня, они куда-то едут. Ой-ой-ой, куда это ты, хорошо. Сушечка? А доедет ли? А не успеет? Все, я... А что, это у тебя фугас? Нет, один это, фугас, это фугас? Все. Нет? До свидания. Вот, команда соперников в основном через правую часть карты отыгрывает. Да, но да, здесь да, да. Я к Пантера. Будем сейчас проверять броню. Проверяем. Проверяем броню. Броня, и... броня не проверяется. Точнее, проверку. Наоборот. Не прошла. Не прошла, не прошла проверку. Отлично. Так, и что, мы добираем? Добираем Пантеру? Добираем. Добираем. Отлично. Отлично сыграно, Артик. Вот, вот она, комментаторша нашего, которую мы заслужили. Поехали. Это очень грустно звучит, комментаторша, которую мы заслужили. Тихо. Комментаторша? Ты говоришь комментаторша? Ну, прости, да. Ну, ладно, окей. Теперь я узнала тебе немножко больше. Вот она, броня, наконец-то, наконец-то. Отлично. 4-1. Какая-то быстрая игра, Артик. Это я надеюсь, победа. Что наши турниры будут более интересными, более непредсказуемыми. Некоторые любят как раз-таки вот нашу игру за то, что здесь очень все динамично, очень быстро. Конечно. И в турнирах мы же блиц. Такие бои, они тоже бывают интересные, но комментировать их сложнее, нежели какой-нибудь стоялово, тактические перекатки. Поехали забирать шпика. Угу, ты один едешь в наш пик. Я не боюсь, но мне в корму стреляют. Ой-ой-ой, Артик, сейчас не доберусь сейчас. Подожди, подожди, Кушечка прошла, красиво. Подожди. Я жду, я не тороплюсь. Но это победа. Это победа. Победа. Это классный выстрел. Нет. Артик, от тебя не ожидал. Но он не пробьет меня, он понимает это. И тебе кто-то едет на помощь. Отлично. Отлично, что у нас в итоге? Что у нас 6-1, в итоге? 6-1, не забираем. По все, времени. Это победа. У нас еще 6 минуток до матчей. Мы очень надеемся, что придет приглашение тебе. Все, пятый это фраг. Победа. Поздравляю, это пятый фраг. Возможно, это еще и мастер. Навряд ли. Урона было немного, фраги позабирал и у всего. У тебя что, Артик, мастерос выдается за урон? Как расскажи, раз пожалуйста, нет, за что за выдается? Чистый за, опыт. За чистый опыт выдается у нас но мастер. Но чистый опыт... В том числе и за урон. Так разумеется, что разумеется. Хорошая игра, очень интересная. Как тебе Крайслер, расскажи? Это Крайслер. Первый твой бой на Крайслере? Крайслер. Крайслер очень подвижный, угу. Если сравнивать его габариты. То есть он угу. Не подходит его габариты под его динамику. То есть непредсказуемая такая интересная машина. Да, ты сразу не ожидаешь. Отлично. Все, забыли про Крайслера. Приглас. Просто все супер. Забыли. Супер, спасибо большое, что у нас все пошло хорошо, что приглас пришел. Теперь мы ожидаем команды. Надеемся, что у них тоже все хорошо, что пришли приглосы всем. Ожидаем готовность команд. Первыми у нас играют 4 четверки и Эйс Вентура. Мы желаем удачи и тем, и тем. Надеемся, что все будет у вас классно. Ты знаешь, ожидаем... какая нас карта ждет? Не смотри в мой экран. Нет, нет, не знаю. Это карта Форд. И на карте Форд и Эйс Вентура, я думаю... У них не очень приятные воспоминания. Рейды, форт, гриль. Однако это была красивая игра, Артик. Ты ее комментировал. Это было очень круто. Это был гриль. Гриль у нас теперь увековечен в нашем ангаре. Это да, подсадочка с грилем на форте. Это было круто. Было очень интересно и предсказуемо. Рискованно, потому что очень много времени потратила команда рейд на эту посадку. Если не ошибаюсь, около 2 минут. Да, время потрачено было. И еще один есть такой момент, про который многие забывают, угу. Когда обвиняют рейд в нечестной игре. Если бы Эйс Вентура смогла прокатить агрессивно угу. В те места, где гриль не имеет вообще прострела, угу. То тогда гриль не то чтобы не смог стрелять, он даже хп не смог бы разменять свое. И это бы сыграло против команды из нашего еврорегиона. Так, команды готовы. Команды у нас готовы. Они супер, зашли все супер. В турнирную комнату. Я вижу, что кто-то еще не прожал готовность у нас. Но 3 минуты до боя еще, я думаю, успеют. Угу. А расскажи мне про команду 4 четверки. 4 четверки это смесь игроков. Ядреная такая смесь да, опытных игроков. На экранчиках у себя. Которые собрались в одну команду и которые готовы опять же бросать этот вызов. Ага. Вызов. Звездам. Я вижу по сетапу, нас сегодня ждет неожиданность, ребята, не очень стройте какие-то предположения, кто же победит, вот прямо однако, сейчас. Однако, предполагайте в комментариях, очень интересно, пожалуйста, пишите в комментариях, за кого вы болеете сегодня, кого вы поддержите, кто ваш любимчик.
И я вижу, что все команды прожали готовность. У нас две минутки. Две минутки, да, если я правильно чуть вижу? Чуть больше. 2 минуты 45 секунд, Я хотел сказать о том, что команды сегодня покажут, я уверен, классную игру, но делать выводы о силе команд на основании этого шоу-матча я бы не стал, потому что сегодня нас могут ждать неожиданные сетапы, неожиданные вкаты и неожиданные действия от команд. Все-таки награду они получат. Никто ничего не теряет. Ну, 7 бабах мы не ожидаем. Ну, вот я уже вижу 4 ПТ. Так что может быть, 4 ПТ – это очень смело. Однако, хочу я тебе сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. Две минутки у нас остается. Минуты до старта. До 4 побед будут играть команды. Ага. У нас будут смена респаунов на карте Форд. Я надеюсь, что выйдет 3-4. Либо 4-3. 3-4, 4-3. Неважно, в пользу сильнейших, конечно же. Самое главное – это зрелище, фан и шоу. Шоу без этого никак. Всем огромный привет в чате, ребята. Прожимайте пальцы вверх и делитесь трансляцией со всеми, кто играет в Блиц. Шоу, матч, это должно... Ну, Эс-Вентура у нас всегда отличались особой оригинальностью, своим подходом, так сказать, к игре, к боям. Я бы мог предположить, что они хотят затолкнуть Гриля точно так же, но сейчас они будут... Хотя какие-то спойлера пошли, хотя Артик. Хотя нет, подожди, они как раз-таки с нижнего респауна будут играть сейчас. С нижнего респауна, ага. И, возможно, они сами захотят подсадить Гриля. Вполне возможно. Ну что, совсем скоро, полминуты буквально, мы увидим все удивительные тактики, удивительные стратегии. Ребята, смотрите, учитесь, хочу я вам сказать. Я именно так и делаю. Давай пожелаем удачи командам. Желаем удачи. Просто сделайте все, что вы можете. Покажите нам красивую игру. Мы очень ждем. Все зрители в чатике поддерживают. 4-4 вижу, поддерживают. То есть Вентуру уже поддерживают С4, хотя С4 играют у нас немножко позже. Но, тем не менее, итак, есть поехали. Свои любимчики. Итак, поехали. Карта Форд, превосходство, удача, опять же, командам. По сетапу 2 бабахи, Форд 155, Гриль 15, Маус С4 и С7. Прошу заметить, Злобина Лиза купил камуфляж на Гриля с названием Рейдер. Это очень-очень тонко. Команда красных 4-4, Бачатик, 2Е50М, Е3, 113 и С7 и объект 140. Итак, смотрим. Мне очень интересно, что... Гриль 15 едет, посмотрите. Посмотрите, куда он едет. Нет, это не будет подсадка. Ну, пожалуйста, нет. Ну, нет, нет. Подсадка, они едут, Артик. Делают эту подсадку. Они становятся в позицию. Сейчас они не затолкнут. Вот смотри, вот прямо сейчас у них не получится. Ну что это, серьезно? Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Здесь бабаха. Виноград приезжает сюда на Анну Каренину. Его уничтожают. Виноград просто подсвечивает бабаху. Она не дает ни одной тычки. Просто заканчивается уже 1-0. 4-4 выходят вперед. Чапи откедешился, но ни по кому не попал. Эйс-Вентуровцы затолкнули Злобину Лизу, и это теперь нужен камбэк. Злобина Лиза, лети просто туда, смотрим за Чапи. Чапи встречает всю эту толпу СТ-шек. Здесь у нас бачат слева. По бачату можно выдавать шот, но бабаха слишком долго разворачивается. По нефеле поворот башни и корпуса. И бабаха, нужен выстрел. Да, есть выстрел. И это выстрел по импассиблу по Е50М на очень много урона. И уже счет 2-0. 1000 хп за командой красных. Что теперь смотреть? Смотреть Грилю. Где нет прострелов? Вот тот самый момент, о котором я говорил. У Гриля не будет прострелов. Перемещаемся на Нуриева Рамина. Он здесь на Маусе воюет против Е3. И вместе со 113 будут его забирать. 2-0 уже счет. Но по ХП, кстати, все плюс-минус хорошо. Но хорошо у 4-4. Сурепку будут забирать. Форд 155 практически, да, уже в ангаре. Кидафенсив следующий будет умирать. А что там у Злобиной Лизы? Посмотрим на его урон после того, как бой закончится. Кидафенсива просто убивают. Злобина Лиза, как там у тебя дела? Вот он, есть выстрел от Злобиной Лизы по Diamond Apple. Но сейчас 4-4 показывают, как нужно было контрить эту тактику в финале Твистер Капа. Нуриев Рамин отправится следующий в ангар. Да, он уже в ангаре. 5-0 счет, 4-4. Неужели это просто в чистую победа этой команды? Subject Spirit здесь один. Нет прострелов у Злобиной Лизы. Да, они есть, но посмотрим на урон после того, как бой закончится. Закончится он очень-очень быстро. Именно так нужно было играть на Твистер Капе. 4-4. 1-0. Подсадочку бачата. От 4-4 они идут к Грилю. Гриль забрал кого-то? Да, он забрал. Не в сухую. Но подождите-ка, Инкуминг
подождите-ка, да, он заехал, и это просто драка. Это ринг, и на этом ринге у Инкубинга больше, мне кажется, шансов, хотя вот этот выстрел был очень-очень неплох, Инкубинг едет на Злобину, но может ли как-то команда красных помогать? По-моему, они один за другим будут запускать сюда бойца, и Злобина Лиза будет их вырубать. Злобина Лиза стреливает. Давай, Саня, 676, неплохой выстрел, куда полетела моя камера, я не знаю, но Инкубинг улетел с бочатом. Остается шотный. И вот он гриль, посмотрите-ка, вот он маленький гриль. Совсем большая подсказка. Ну, хорошо, пасхалочка. 6-2, 6-2, Артик, есть шанс, я верю. Ты веришь в Злобина? Верю в Санечку, верю. Май, хорошо, Злобина Лиза, что дальше? Превосходство, а куда он посаживает его? Превосходство не на стороне команды синих и не на стороне Однако Злобиной. С превосходством мы уже ничего, к сожалению, сделать не можем. Не может ничего и Злобина. Он не может отсюда выехать. В этом минус этой подсадки. До свидания. Всё, забрали Злобина Лиза. 7-2. Вот приблизительно этого я и ждал. Шоу устраивают команды в первом же бою сразу. Это же шоу-матч. Злобина Лиза в итоге накидал 3700. То хотели, то и получили. Однако, посмотри, хороший очень урон на гриле, учитывая сложившуюся ситуацию в бою. Что ты можешь сказать? Я вижу Анну Каренину, которая слилась с нулем. Анна Каренина – это тот самый Анна. Анна. Был ник такой. Да. Да, на да. Твистеркапе. И не дал не то, что ни одного пробития, ни одного выстрела. Просто не успел ничего сделать. Очень агрессивно сыграли 4 четверки. Молодцы. Молодцы, 4 четверки, супер, отличная работа, очень интересный матч. Посмотрим, что будет дальше. Мне интересно, нет, все-таки я надеялся краем своей надежды, что они возьмут гриля и тоже подсадят сейчас и покажут Эйс Вентуре, как все-таки надо это побеждать. Хорошо, пока что не видно гриля. Хорошо, не видно гриля, но тем не менее мы уже видим какой-то сетап более-менее сформировавшийся. Что ты можешь сказать? Я могу сказать, что у эйс-вентуровцев сегодня действительно шоу настроение. Они готовы показывать, играть, может быть, где-то не в полную силу, но играть для зрителей. Играть красиво, делать зрелище, делать шоу, да. Потому что это шоу-матчи, дружеские матчи у нас. Я смотрю, что у нас есть смены. Смены. Да, меняют танки, игроки. Четыре четверки, такое ощущение, подошли более серьезнее к этому вызову звездам, но они его и бросили, все Потому верно. Потому что они бросили вызов звездам, так, да, точно. Действительно. Очень интересно, чем все это у нас закончится. Итак, что у нас по сетапу? У нас 10 секунд до старта, та же карта, смена респаунов. До 4 побед. В любом случае мы увидим еще карты. А пока что поехали в бой. Удачи командам. Удачи командам, давайте, ребята. Эйс Вентура против С4 мы сегодня не увидим, но матч 4 четверки против С4 будет после завершения этого матча. Поехали. Итак, по сетапу на той же карте Форд. 2Е50М, Форд 155, Яга Е100, 2 объекта 268 и 1 объект 140. Это команда синих, команда Эйс Вентура. Дайте сбить X, пишет Анна Каренина. Побеждай, братан! Итак, команда красных. Маус, Е3, Е4, 113, 2 ИСа 4 и 1 ИС 7. Вот теперь, никаких подсадок. Теперь будет просто мясо. Поехали! Что по раскатке? По раскатке команда красных направляется ближе к точке А, но и команда синих также находится здесь, в этой части карты. Subject Spirit на Е50М приехал сюда и засветился сам, засветил 3 танка соперника. Неплохо, винограда отстреливают, 672, это залетает. Выстрел от Фаша или от Яги, или от объекта 268, очень много потенциал берет команда синих. И Злобина Лиза на первой линии, как капитан, воюет здесь просто совсем один, но приезжает сюда Kid Offensive на объекте 140. В это же самое время очень далеко находится Е4 команды красных, а пока что здесь 3 тяжелых танка могут просто выдавливать Злобину Лизу, но не делают этого. Приехали сюда 4 танка команды синих. Возможно, сейчас Анна Каренина нанесет свой первый урон за эти 2 матча, или он уже нанес его, здесь выцеливает, но не попадает по винограду, к сожалению. Теперь можно забирать здесь Анну Каренину. До свидания. Второй бой подряд Анна Каренина заканчивается самым первым. Минус Чапи, молниеносный 2-0 счет. 4 четверки, будущие звезды. Эйс Вентура нужно собраться. Злобина Лиза уезжает от тяжелых танков и прикатывается, чтобы рашить Инкубинга, который получает очень много по себе. Subject Spirit забирает его. 3-1 счет на ПХП. Это все слишком хорошо. У 4 четверок 4-1 уже счет. Apple WoW здесь
просто задавил Сурепку и уничтожили его. Инкуминг забирает этот фраг. Нуриев Рамин остается, он вместе с Абжик Спиритом и отбиваются. Карта Форд. Мы помним еще с Твистера для Эйс Вентуры не слишком удачная. Виноград против Нуриева Рамина. Хорошо, ПВПшечка. У Нуриева больше ХП. И есть выстрел. Да, отличный. 606. Залетает просто с вертухи. Там минус Абжик Спирит. Но слишком много ХП и слишком много танков у команды красных. Это не тащится. Нуриев Рамин, сдавайся. В прошлом бою это был Злобина Лиза, но здесь не сдается. Нуриев Рамин, битва до конца. Авенджера тоже может забирать. Кстати, Авенджера может забирать, но слишком много ХП у инкуминга, у Apple Вова, который уже заезжает слева. Нуриеву Рамину нужно ехать вперед. Он уже засветил Apple Вова, получает от него. И последний шот не делает. Победа команды красных. 2-0. Очень интересно. Однако, здравствуйте. А я даже не знаю, что здесь анализировать. Не ожидала, честно. Эйс Вентура действительно играют в шоу. Четыре четверки играют как на каком-нибудь твистере. Однако, Нуриев Рамин, бойцы не сдаются, не сдаются бойцы. Что значит сдавайся? И за это отдельная похвала. Я, отдельный респект, да, ребятам. Чатик. Пишут там ребята очень много в чат тоже. Передаю вам привет, можете мне в личку написать, если вы хотите так пообщаться. Или на стриме в чате можно тоже написать, главное, без всяких непотребств. Подсчитываю чатик, ребята ставят пока на 4 четверки, это ваши комментарии, которые я читаю в чате на ютубе. Оставить пальцы вверх? Ставят пальчики вверх, мои умнички, ставьте, не останавливайтесь, ждем очень ваши лайки, как пальчики вверх. Как вы можете вверх ей отказать, ребята? Как? Нас ждет Кастилья через минутку. Очень интересно, у нас смена карты произошла, так. И мы точно увидим два матча, даже если вдруг Эйс Вентура их проиграет. То... Эйс Вентура, давайте, ребята, давайте, нужен камбэк. Ты за Эйс Вентуру? Да. Прямо сейчас? Мое сердечко прямо, да, за Эйс Вентуру. Ну ладно, тогда мое сердечко. За 4 четверки. За мной. Хорошо. Отлично. Нет, 4 четверки большие молодцы. Прям супер красивая игра. Очень профессиональная игра, я хочу очень отметить. Уверенно, ребята, очень уверенно, отыгрывают. Да, да, и это сильно смело красиво. Хотелось бы, чтобы эта команда только совершенствовала себя. Хотя я вижу, что... Нет предела совершенству. Возможно, именно их мы увидим на будущем близком. На будущих турнирах по-любому мы увидим этих игроков, но не в составе такой команды. Дело в том, что 3 игрока 4 четверок в данную секунду, после того, как Твистер завершился, уже перешли в команду C4 по Клантегу. Это можно заметить. Вот такие у нас перемены произошли. Зато, когда мы увидим команду C4, опять же, сегодня, два игрока из этой команды будут под Клантегом Extra Quality. Это тоже перестановочки. Это знаем тоже такой клан. У нас начинается бой. Желаем удачи командам. Карта Кастилья, поехали, удачи командам по сетапу. Два бачата, Е50М, два гриля 15, М60 и ИС-7. Это команда Эйс Вентура. Команда красных, 4 четверки, бачатик, ИС-7, 5, нет, 4 объекта 140 и 1 объект 268. Думал уже 5 СТ-шек, 5 140-х, камбэк 2016. Саша тогда еще не играла в Блиц, но не важно. Хорошо, по раскатке. Виноград на СС7 направился ближе к точке С. Его едет прикрывать объект 268. И по ХП есть небольшое преимущество Эйс Вентуровцев. Виноград на СС7 будет ли брать точку? Посмотрите-ка, нет, он не берет точку. Он ее объезжает очень аккуратно, но сам попадает. За свет два бачата. Что делают два бачата? Это просто два горных бачата. Анна Каренина перекатился сюда, он за свете, как и Чапи. Чапи скатился, а вот Анна Каренина нет. По превосходству пока команды не занимают никакие точки, но команда четырех четверок отбирает половину карты и, возможно, точку С будут захватывать. Impossible на объекте 140. Будет ли брать точку Б? Пока непонятно, закатывается он на нее, будут ли ее сбивать? Нет, он ее не будет брать просто. Там уже очень много получает Чапи по себе, но и Виноград вместе с Эпловым также уже наполучали. Что у Анны Карениной? У Анны Карениной здесь дела не очень хорошо. У подножья скалы прокатываются танки, и он в них может попадать, но почему-то не хочет. Как дела у Чапи? У Чапи все не очень хорошо. Отличный выстрел по инкумингу на каток, но здесь очень сложно будет кидофенсив. Он здесь один. Да, Чапи с ним находится, но у него слишком мало ХП и всего один выстрел в барабане. Неплохо отстреливают ребята из Эйс Вентуры. Уже 2000 ХП они лидируют. Инкаминг там фуловый стоит на объекте 28. И Анну Каренину пытаются снова забрать первым. У них это просто цель. Под фокус попадает Анна Каренина. Третий бой подряд. Первый фраг за командой.
4 четверки на Ане Карениной. Но по ХП у Эйс Вентуры все очень-очень круто. Смотрим за Зломина Лизой. Он здесь на гриле 15-м занял отличную позицию. Не в засвете. Инкаминг на объекте 268 и может неплохо раскидывать. Вот Сурепка получает от Винограда здесь. Нуриев Амин прикатывается. У него есть фулл ХП. Он может просто решать эту катку. Объект на 140 выкатывается. И 315 альфа. Серьезно, что же так мало? Скорее всего, стрелял голдой, но Diamond April до сих пор живет. Возможно, и будет не пробитие. Следующее от ИЦА 7, и тогда он просто закончится. Нужно пробивать Нуриеву Рамину. Да, он это делает фугасом. 3-1 счет. Вкатка продолжается. Avenger здесь закатился и забрал. Недавно он был фуловый, а теперь закончился. Subject Spirit очень агрессивно действует на своем М60. И Чапи поехал вперед, поехал уничтожать. Он еще в КД, но он едет. И нужен выстрел. Да, отличный фраг. 2-4. Эйс Вентура не сдается, но это еще тащится для команды 4 четверки. Есть у них Виноград, который будет светить, но у него не очень много ХП. Но есть инкаминг на объекте 268, который может просто уничтожать. Точку Б захватывает наш герой на Винограде и получает фугас от Злобина Лизы просто из канавки. Злобина Лиза, оттуда можно и не уехать впоследствии. Из 7 может заплевать просто фугасами. Но Виноград откатывается и будет брать точку Б. Уже практически она взялась. Сурепка на Е50М засветился и засветили инкаминга. То, что нужно. Получается сейчас очень много по себе Сурепка. Но смотрим, как он будет убивать объекта 140. Нет, не будет. Там объект 268 не даст просто так забрать своего союзника. Дает шот. И, возможно, этот шот последний. Сурепка, до свидания. Инкамин должен его забирать. Да, это счет 3-5. Есть минус по Винограду в центре карты. Злобина Лиза сделал свое злобное дело. Apple Wow вместе с Инкамингом вдвоем встречают Чапи. Инкаминг забирает своего соперника. 4-5. Вот это действительно шоу. Но дальше, что придумать команде красных? У них очень мало ХП. И на один фраг меньше. Перекатываются ребята. Apple Wow вместе с Инкамингом. Apple Wow имеет очень мало ХП. Гриль 15 заехал на гору. А не ошибочка ли это? Кидофенсив. Кидофенсив, что же ты здесь будешь делать? Тебя могут просто уничтожить с фугаса. Но инкаминг очень далеко. Злобина Лиза может получить. Злобина Лиза может получить? Нет. Злобина Лиза здесь не в простреле. И у нас Стоялова. 1000 хп разницы. 4-5 счет. Превосходство на стороне команды синих. Они могут вообще ничего не делать. Но фугасище 838. Злобина Лиза получает и делает шотным своего соперника. Кидофенсив. Падение. Падение. Не хватает Уэна вверх. Поехал вперед, братан. Хорош. Скатился и не разбился. Уже хорошо, но по хп 375. Всего лишь 375. Можно выкатиться и дать фугас. Отличный фугас. И дальше. 1-3. Time to Колобанов. Хорошо. М60 справа шотный. Слева Злобина. Никто не собирается подставляться. И инкаминг выбирает разворот от Злобина Лизы. Сам в засвете. М60 здесь. Одним фугасом может решить все, но Злобина Лиза делает это. Делает, забирает фракцию копилку. Отличный бой. Просто отлично. Это было очень горячо. Распосерила дочки, просто так переживала за ребят. Однако мы сделали 2-1. Молодцы, Эйс Вентура. Вижу в чатике, пишут ребята, что Эйс Вентура играет несерьезно, играют для шоу-матча, как ты и говорил, однако мы сейчас увидели очень красивую профессиональную игру. Ребята, вот этим боем Эйс Вентура доказала, что они хотят побеждать. Они могут и хотят, и будут это делать, да. Передают привет у нас Тортику в чатике, передаем привет Тортику, да. Привет тебе, Ань. Нам тебя не хватает. Не хватает. Однако нам хватает сегодня красивых боев. Уже мы сыграли 3 боя, и каждый из них запомнился своей изюминкой. Да, подсадочка, стенка на стенку на форте, угу. И вот это вот более стояловская битва на карте Кастилья. То есть иногда Стоялова все-таки имеет место быть. Да, и нас ждет снова эта карта со сменой респаунов, буквально через 1 минутку. Команды мне... Такое есть ощущение, вошли во вкус и теперь будут играть еще более серьезнее. Анна Каренина. Твоя любовь, Анна Каренина, расскажи мне. Прекрати умирать первым, Анна Каренина. Я смотрю, ты очень много внимания уделяешь Анне Карениной. Ну, потому что он заканчивается первый, это недопустимо. То есть он привлекает к себе внимание. Возможно, возможно. Однако, возможно, это стратегия и тактика команды Эйс Вентура. Может быть, он хочет запомниться в этом шоу-матче. Тот, кто умер первым. Получить медаль, умирал первым в каждом бою. Пока нет такой медали или к счастью. Ну, мы
можем, мы не можем об этом думать. Спрашивают, какой у тебя ник в игре. No skill, just luck. Вот он, ребята. Через нижние подчеркивания, да, мы можем сейчас попросить ребят вывести монитор Артика на экран, чтобы познакомиться с нашим Артиком. Те, кто еще не знаком, это статюга. Нет, жесткий, это не статюга. Вот именно, не делайте из меня статюгу. Я обычный игрок. Цифры говорят сами за себя. Обычный игрок это я. Цифры вот у этих ребят, которые сейчас поехали в бой. Вот этот действительно. Желаем цифры. Удачи. К этому нужно четвертый стремиться. Бой. Четыре четверки есть Вентура. Кастилья со сменой респаунов. По сетапу АМХ-50Б, Бачатик, 113, ИС-4, 2 объекта СУ-40 и 1 объект 268. Это команда красных, команда 4 четверки. Команда синих, ИС-Вентуровцы, Бачат, Бабаха, СТБ-1, 113, ИС-7 и 2 объекта 268. Я совсем не уверен, что стоит Бабаху использовать в турнирах, но опять же, это мое никому не нужное субъективное мнение. Бабаху понерфили, и Бабаха может светиться просто как новогодняя елка. Кстати, Саша, ты убрала новогоднюю елку или поставила? Убрала. Хорошо. ИС-Вентуровцы, неужели это раш? Объект 268 на первой линии, очень агрессивно отыгрывает Сурепка, поехал в атаку Сурепка, вот так вот на агрессии, на Авенджера, засейвил свое ХП, свое тельце, тушку. Вместе с Нуриевым Рамином вкатили они сюда, но попаданий не хватает по Авенджеру, нужно еще сюда танки. Авенджер-то здесь один, но его прикрывает Даймонд Эйприл на 113-м, и Сурепка получает очень много урона по себе, и Авенджер, если и закончится, то, скорее всего, с разменом. Хотя на другом фланге все так же не очень хорошо, там Subject Spirit воюет вместе с Бачатом против своих соперников, а здесь Авенджера просто вкатили. И это будет первый фраг, 1-0, отлично сыграно из Вентура, но по ХП у них все плохо, мы видим 1000 хп преимущества, а вот и бабаха делает минус impossible, и уже 2-0, проворонил я этот момент. А там битва Анна Каренина, ты погиб уже не первый, уже хорошо, хотя в твоей команде еще никто не погиб, инкаминг едет за СТБшкой, а будет ли прикрытие? Бабаха откадешилась, бабаха вдает на 1000, отличный шот, там уже 3-0, виноград отправился в ангар, ребята четырех четверок теперь играют не слишком киберспортивно, может быть по фанчику решили отыграть именно эту карту. 4-0 счет, и ИС-Вентуровцы очень круто отыграли эту катку. И уже, мне кажется, это не тачится. Хотя по ХП всего лишь плюс 2000, но 4 фрага это слишком много. Уже 5-0 счет, инкаминг в ангаре. Анна Каренина живой. Нуриев Рамин тоже в ангаре. Эплвоу закончится ли? Нет, кстати, Эплвоу должен забирать вместе с объектом 28 здесь Чапи. И это будет фраг, скорее всего. Инкуминг не успел довернуть, ай-яй-яй. Эплвоу должен забирать Чапи. Прямо сейчас, да, есть фраг. А в свою очередь здесь Сурепка может просто закатываться и забирать объекта 140. Но не получилось этого сделать, потому что объект 268 говорит, я защитю своего братюню, Subject Spirit, реализовывай свою бабаху, давай. Это будет хэш-фугас, если инкумингу оставят хп немножечко. Нужно немножечко хп по инкумингу. Нет, Анна Каренина не даст сделать шот с хорошей альфой, хотя... Не стреляет, дает фугас! Subject Spirit, здорово! Ну, Анна Каренина отправляется в ангар. Счет, кстати, 6-5, и ПЛВО 1-2 остается. Дерись, как мужчина. Но Кидофенси вместе с Subject Spirit не дадут здесь ничего сделать. Хотя фугасы пошли по ПЛВО. Следующей тычкой Subject Spirit будет забирать самый молодой игрок Твистер Капа. Привет тебе и до свидания. ПЛВО 2-2. 2-2. Артик, я очень люблю, как ты комментируешь. Прям вот эмоционально. Спасибо. Эмоционально. Все мои эмоции ты передаешь через свое комментаторство. Отличный бой. Мы видим Бабаха. Понерфленная. Отстань ты со своей понерфленной бабахой. Никому не нужно мое мнение. 5 из 5, 4800 урона. Отличный бой от Subject Spirit. Молодец. Действительно молодец. Да. Не все выстрелы я посмотрел, увидел, успел заметить, но этот бой действительно доказывает, что бабаху можно ситуативно, но можно использовать в наших боях. Ты отключил чатик? Да, я отключил чатик. Окей, хорошо. Отличный бой. Следующий у нас бой... Через минуту 20, и это будет карта «Канал». «Канал», что-то новенькое. Да. Новые тактики, и мы точно увидим два боя. Если вдруг команды закончат карту «Канал» с счетом 1-1, то тогда будет то, что мы хотели. 4-3. Очень интересно. Прям вообще молодцы ребята держат в накале. Накал страстей у нас идет. Показывают, что шоу-матч действительно стримится и смотрится не зря. Всем огромный привет еще раз в чате. Ребята, турниры — это топчик. Не знаю, как вам, но мне действительно, я погружаюсь в эти бои целиком и полностью и стараюсь передать эти эмоции вам через наши
микрофоны. Возможно, где-то репит у меня в наушниках, когда я кричу, да, чуть-чуть так репит. Ты не кричи. Я не могу, я действительно понимаю, не могу. Понимаю, эмоции, конечно, такие бои, как сдержать себе эти эмоции. Ребята поддерживают наших новичков, новые лица, новая команда 4-4, очень интересно. Эс Вентура тоже молодцы, вижу, что поддерживают Эс Вентура. Есть у вас, конечно, свои вот эти вот преданные поклонники. Такие однако стримы, и 4-4 тоже, вижу, завоевали сердечки. Такие стримы как раз и завоевывают сердца зрителей, и у команд появляются действительно свои болельщики, свои фанаты. Это очень круто. Это очень круто. Поддерживайте свои команды. И у нас через 9 секунд старт боя на карте. 9 секунд канала. У вас есть, чтобы поставить пальчики вверх на наш стрим. Не забываем. Я не могу ей отказаться. Я прямо сейчас выйду поставил? И поставлю. Да. Не надо выходить, у нас начинается бой. Карта, канал, превосходство. Мы до 4 побед, напоминаю, играем, а счет 2-2. Е50М. Три штучки. Три Е50М, один Леопард и три объекта 140. СТ-сетап от команды синих, команды Эйс-Вентуровцы. Бачат Е50М и 7,4 объекта 140 от команды красных. Нас ждет месиво на СТ-фланге, скорее всего. Да, уже направились команды прямо сюда. И команда красных, и команда синих направляет свои танки прямо сюда. Анна Каренина. Анна Каренина на Леопарде. Есть засвет по нему и сам засветился. Засветил Авенджера и Инкуминга. Неплохо. Берет точку С, но возможно, это будет ошибочка, потому что драка уже началась. Инкуминг сам на бачате просветил всю движуху и укатывается назад. Приехали сюда, и Свентура очень агрессивно. И пошла драка, пошло мясо, кидофенсив. А не ошибочка ли это? Поехала на него вкатка, но есть прикрытие со стороны команды синих. Нельзя дальше вкатывать четырем четверкам, это может быть фиаско. По ХП все ровненько, прикатывается сюда. Вот она пошла драка, вот он настоящий блиц. СТшки, прямо как в 2016-м. По импасу пошел фокус, как и по Слобиной Лизе. Все по ХП ровненько. Команды пробивают друг друга. И пошла вкатка. Пошла просто в катище на Нуриева Рамина. И Злобину Лизу будут забирать прямо сейчас. Где фраги? Нет до сих пор фрагов. 1-0 счет. До свидания. Злобина Лиза и Нуриев Рамин также в ангаре. Impossible тоже будут забирать его. Пошло какое-то дикое мясо. Вот как комментировать это, я не знаю. Но 3-2 счет и по ХП. Все хорошо у команды красных. Они проиграли два боя подряд, но не сдаются. 4-3 счет и по ХП. Они прямо наращивают свое преимущество. 5-3, вкат, отличный булат объектов 140, очень круто вкатили, очень командно и очень по фокусу сыграно. 5-4, неужели это тачится? Нет, Анна Каренина, уже не умираешь первый, красава, но и 7-фуловый. Вот молодцы ребята из Эс-Вентуры, что не стали стрелять по тяжелому танку соперников, который был здесь один, совсем один на 14 танков, но не фокусить ИСа 7 было правильным решением, и этого все равно не хватило. Вкат от 4 четверок был просто дико крутой. Молодцы, фокус тоже важен. Закончился у нас бой, 7-4 счет. 4-4, отличная работа, молодцы. А, Артик, почему я услышала, не наращивается, наращивается? Наращивается? Это что заговорочка по Фрейду от тебя была? Пасхалочка. Что мы можем сказать по бою? По бою мы можем сказать, что... Это блицбой. Это действительно был блицбой. То, ради чего многие играют в нашу игру. Вот эта динамика, вот этот вот фокус, который показали команда 4-4, он просто не дал никакого шанса команде Эйс Вентуры как-то что-то придумать, контратаковать. Нет, стояло ли это можно где-то сыграть тактически. Вот в этом вкате решает действительно фокус, реакция и слаженные действия. Отличная работа команды. Следующий бой у нас начнется буквально через одну минуту. Команды проживают готовность, меняют технику. Да, меняют сетап немножечко. У нас остается карта-канал. Да, у нас остается карта-канал. Карта-канал меняется респауны, правильно? Так точно. И если вдруг сейчас победят... Возможно, это решающий бой. Нет, не хотелось бы. Не хотелось бы, нас ждет Фауст. Если вдруг эйс-вентуровцы победят, то карта Фауст не оставит никого равнодушным, я уверен. Не так давно она была введена в игру, и команды покажут что-то интересное для наших игроков. Новая карта, да, относительно новая карта. Привет, последняя. Перед Нормандией буквально выпустилась ночная карта. Я очень жду, когда Нормандию, и я знаю, что очень скоро она уже будет введена в турниры на постоянной основе. И там тоже будут интересные вкатки. Очень интересно мне посмотреть было бы на киберспорт именно на карте Нормандия, потому что карта сложная. Действительно сложная карта, очень много вариантов, как разыграть. Не всегда понятно, как в рандомных боях отыгрывать карту правильно. И, возможно, именно киберспортсмены наши покажут турнирах, именно как это те, кто знает, как это делать. Все верно. У нас одна секунда до начала боя, и
Мы начинаем. Да, мы начинаем. Карта, канал. Эйс-вентуровцы, нельзя вам проигрывать. Удачи вам. Ну и, конечно, 4 четверки. Как вас оставить без удачи? 4 четверки сегодня прям жгут. Молодцы, ребята. Да, отличные очень бои. Уверенно отыгрывают. Очень и по уверенно. Сетапу у них два бачата. Е50М и 7, и 3 объекта 140. Тоже очень быстрый сетап. И есть один тяжелый танк. По сетапу команды Эйс-вентуры мы видим, что у них есть два бачата. Нет, три бачата. Два гриля 15-х и 4, и 1 из 7. Не поехали сейчас бачаты и вообще команда синих на точку Д. Воевать, драться на фланге СТ, как это было в прошлом бою. И будем смотреть, как команда красных уже, да, захватывает точку Д. Но нужна ли эта точка Д, учитывая, что по превосходству команда красных будет проигрывать? Пока что захватывается одна лишь точка команды красных. По ХП немножечко лидирует команда синих. Уже есть первый выстрел по Нуриеву Рамину. Неплохо ребята отстрелили его на откате. Но опять же точка А захватывается и уже точно не будет хватать, даже если вдруг точка С будет захвачена командой красных. По превосходству ребята из Эйс-вентуры захватили полную доминацию и теперь могут просто принимать. У них есть два гриля, которые с угла карты будут просто расстреливать. Возможно, как и на карте Форт, но здесь без подсада. Хорошо, есть Чапи, который будет здесь светить на своем ИС-4, стоять от башни. И Виноград. Виноград очень агрессивно прокатывается на ИС-7. Очень легкий сетап у команды красных. И взломать этот деф будет очень сложно, учитывая, что есть всего лишь один тяжелый танк. Будем смотреть, как это будет делать команда 4 четверки. Они хотят победить в этом бою и закончить этот первый шоу. Активно отыгрывает, но Винограда также пошла контратака. И Грили 15 откатываются со своей позиции. На них поехали объекты 140. На Чапи просто забили. И здесь вместе с Сурепкой, вместе с грилями 15-ми просто погибает кидофенсив, погибает Саблик Спирит. Есть первый фраг. 4 четверки. Неужели это победа по ХП? Все круто у Эйс-вентуры. Нужно просто немножечко пожить и контратаковать. Непонятно, где Инкуминг. Посмотрите на ХП. Одно ХП у Инкуминга. Как ты живешь? Непонятно. 1-1 счет. Есть фраг и по ХП все круто. Виноград там выживает. Совсем один против Злобиной Лизы. Но нет. Виноград в ангаре. 1-2. Эйс-вентуровцы не сдаются. Но Рив Рамин здесь. Просто окружили сейчас команду красных. Приехали сами в лапы своим противникам сюда в угол. Ребята из команды красных. Авенджер поехал вниз на гриля 15 и будет его убивать. Да, есть минус от Даймонд Эйприла. Неплохо. 2-2. Но по ХП эйс-вентуровцы должны забирать. Хотя Злобина Лиза, что мы ждали в шоу-матче. 25 ХП. Подожди, еще не все потеряно. Ты веришь в импасы, Влад? Ты же вроде за Эйс-вентуру была. Ура, ура, ура. Победа. Ура, победа. Отличная работа Эйс-вентуры. А какой у нас счет? 3-3 у нас счет. 3-3, значит, и нас ждет еще карта Фауст. А я жду твои комментарии после боевые. После боевая статистика у нас на экране сейчас, союзники-противники. Приемочка была от Эйс-вентуры просто очень крутая. Ребята из 4 четверок, такое ощущение, что нашли противодействие этому дефу. И вкатились в грилей, это было правильное решение, но дальше просто остановились, и это помогло команде Эйс-вентуры контратаковать, забрать Винограда, забрать тяжелые танки соперников, тяжелый танк соперников. Ну, посмотрим, у нас еще есть карта Форт. Или Форт? Нет, карта Фауст. Фауст. Я извиняюсь, немножко дезинформация от меня. Прожимаем ваши пальчики вверх. Спасибо вам большое, что вы это делаете. Уже 2000 лайков. Спасибо большое, очень приятно нам. Игроки передают привет Тортику. Тортик, мы передаем тебе привет. Очень скучаем по тебе. Мы вам обязательно вернем Анечку. Все будет хорошо, не переживайте. У нас бой. Менее, у нас 5 секунд до боя. Матч-бой. Да, нужно переключиться. Итак, сейчас мы должны увидеть... Экран, да. Начинается бой. Удачи ребятам. Желаем. Итак, по сетапу. Бачат Е50М, 2 Е3, ИС-4, ИС-7 и 62-очка. Это команда синих, команда Эйс-вентура. Злобина Лиза получает слишком много здесь урона, хотя находится вроде как в сейвовой позиции. Виноград от башни может очень отлично здесь стрелять и не получать урона по себе. По превосходству команда красных будет впереди, уже лидирует она. Поехал Анна Каренина на Е50М забирать точку А. Нужна ли эта точка? Посмотрим в конце катки. А Даймонд Эйприл
Angel, захватив точку D, направляется для того, чтобы избивать тех, кто на точке C. Но пока светится там только Злобина Лиза, а Сурепка не в засвете. Стоялова в последней катке. Просто Стоялова. Не хотят команды проигрывать, действительно хотят играть на победу. Инкаминг на Леопарде. В засвете он, но Анна Каренина. Неужели это будет в кат? Да, поехали на Анну Каренину. Но контратака нужна от команды синих. Здесь слишком мало танков. Kid Offensive. Уезжай, братан, ты же будешь следующий виноград. Не пробивает Анну Каренину. Но и Инкаминг. Это падение может стоит этой катки. Минус фраг. Отлично сыграно. И Свинтура камбэка. 2-2 счет. Они смогли как-то разменять. Я не знаю, как они смогли это разменять. Это было очень круто. И дальше на другом фланге. Что на другом фланге? Минус Impossible. Diamond April здесь совсем один. И воюет против двух ПТшек. Два и третьих зажимают его в бутерброд. Он может забрать Злобину Лизу. Нужна еще одна тычка. 374. Маловато. Альфы пытаются уехать. 417. Пройдет или нет? Пройдет или нет Альфа? 2-3. На другом фланге тоже идет драка. И нужен выстрел. Где твой выстрел? Diamond April очень долго выцеливает. И не забирает никого. Сразу же два фрага. Ребята из четырех четверок остаются вдвоем. Просто здесь не переключаются. Почему-то у меня танки. Вот теперь переключается. Apple WoW. Нужна тычка по кому-нибудь. Нет, Avenger. И свинтуровцы впереди. По ФХП, по фрагам, по превосходству. У них все круто. Лучше бы так на твистере. Ладно, сори, простите. Subject Spirit будет отправляться в ангар. Avenger'ом? Или нет? Нет, боится Avenger, понимает, что здесь есть еще танки. Чапи выкатывается сюда, Subject Spirit в засвете, Avenger будет его забирать, а тут откуда ни возьмись, Чапи появился. Есть выстрел по Subject'у, но этого... Это было очень красиво, очень профессионально, молодцы, вы показали, на что вы способны. Это действительно отличная работа, Артик. Четыре четверки, я уверен, что не очень расстроятся этому результату. Это отличный результат, тут не стоит расстраиваться, тут стоит только идти вперед, стремиться добиваться новых высот, новых успехов. Отличная работа. Этот турнир «Вызов звездам» уже доказал для четырех четверок, что они действительно сильная команда. И расстраиваться из-за поражения в шоу-матче они не будут. Тем более, или радоваться этому. Но нас ждут другие команды, C4. Абсолютно другие стратегии, абсолютно другие тактики. Могли смотреть этот стрим четырех четверок. Я думаю, что они и делали, естественно, C4. Передаем Хотя им привет. У нас есть, конечно, те же карты. Но, возможно, у четырех четверок есть другие тактики на эти же карты. Надеюсь на это. Посмотрим, увидим. Четыре четверки, у вас еще есть шанс обыграть C4. Это будет даже громче, я бы сказал, если они это сделают. А я предлагаю, мне очень понравился Крайслер. Я предлагаю еще поехать. Я поехал в бой. Наши режиссеры нас переключат на мой экран, а Саша почитает чат. Сложно читать чат. Вижу поздравления команде Свинтуры. Хвалят очень 4 четверки за красивые бои. Это действительно было очень красиво, профессионально. Ребятоньки, буквально 15 минут мы покажем вам еще больше красивых боев. Все 4 против 4 четверок у нас играют. Артик, ты в бою? Да, я в бою. Хорошо, я готов уничтожать. Я воодушевлен нашими киберспортсменами. Да, пишут, что ребята расстроились из-за поражения четырех четверок. Ребята, это не поражение. Это ни в коем случае не поражение. Это была отличная работа, была отличная катка, просто супер классные бои. Нужно починить интернет, пишут. Там наши режиссеры занимаются этим, я уверен. Есть какие-то проблемы, да. Лагает. Все сделаем, все починим. Немножко терпения, немножко понимания. Бывают технические накладки. Все мы сделаем в ближайшие, в кратчайшие сроки. Тем временем, спасибо вам большое, ребята, что вы пришли сегодня к нам, что вы смотрите наш стрим, очень приятно. Очень приятно осознавать, что вы интересуетесь такими турнирами. Это стимулирует нас делать еще больше, лучше, круче. Мы всегда стремимся к совершенству, поэтому вы нам очень помогаете всегда своим фидбэком, своими отзывами, комментариями. Всегда очень приятно с вами общаться. Всегда очень целесообразные. Хорошие комментарии. И командам тоже очень приятно, когда за них болеют, когда они видят положительные отзывы. И это стимулирует тоже команды двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться. Нет предела совершенству, однако 4 четверки сегодня не дотянули чуть-чуть, но я думаю, что все будет хорошо. Есть информация, что с Ютубом все хорошо, ребят, если у кого-то какие-то проблемы, попытайтесь просто перезагрузить немножко ваш, не перезагрузить немножко, просто перезагрузить ваш браузер, все должно быть хорошо.
Ждем ваши лайки на нашем YouTube-канале. Очень приятно нам, что вы нас смотрите. Ставьте ваши пальчики вверх. Артик на Крайслере, просто живу, танкую, но стреляю криво, потому что руки не заточены. No skill, just luck. Да, да, действительно. Думаю, не только твой никнейм, но еще и жизненная кредо. Но здесь должна быть победа. Однако Артик учит меня кататься, раскрою маленький секрет, катаюсь с ним взводом, да. Вот. Рассказывает мне Артик, как нужно правильно играть, чтобы у вас в рандоме был хороший союзник или противник в виде меня. Вот, немножко скромности. Саша умеет слушать и делает все в боях все лучше и лучше. Присылает своих мастеров, и действительно это... Я вчера даже, позавчера смелилась ВКонтакте себя запостить на стеночку мастероса. Да. Но вот, это... и ребята тоже делились своими... Это плоды моих трудов, можно сказать. Я доволен. Ну все, молодец, хорошо. Да, ребята тоже делились своими мастерами. У меня в комментариях очень приятно смотреть, что у нас есть крутые игроки. Да. Ты слился, я смотрю, мой юный друг. Да, я слился. А почему у нас тактическая стоялова? У нас тактический архангел не смог загрузиться в бой, к сожалению. Ю, но, кстати, из третьей здесь совсем один, потому что ЛТТБ тоже решил рассмотреть гору. Немножко АФК. Да. Авенджер в ангаре. Бывают такие ситуации у нас, ничего страшного. Не надо злиться, ругаться на таких АФК-шеров, потому что всякое бывает. Бывают технические неполадки. Ну, что поделаешь. Вижу, все хорошо, у меня YouTube работает, все классно, я вижу себя и здесь, и там. Вашу маму и тут, и там показывают. Читаю чатик. Совсем скоро у нас начнутся бои четверок с командой C4. C4 – богатая история, как мы уже говорили. Участники неоднократные нашего Blizz Twister Cup, однако и победители. Победители Blizz Twister Cup 2016, да, если не ошибаюсь. Да, самого первого. Самого первого. Вот эти ребята СНГшные, молодцы, которые смогли. Которые смогли. Которые в будущем, надеемся, тоже смогут, потому что два последних Twister Cup'а берет команда из Еврорегиона. И нам все-таки, как представителям СНГ региона, это не... Это я не игрок, помню, СНГ? К сожалению, ник. Да, это СНГ регион, и ник я не помню, но каждый это может посмотреть на нашем портале. А режиссеры, мы в бою, мы можем переключиться на... Ну, на нас, конечно, тоже приятно смотреть. Мы можем посмотреть, как ты играешь. Можем включить только тебя. Вот не прям надо крупным планом это было бы. Ребята все еще скучают по тортику. Представляю ваши чувства. Тортик будет с вами совсем скоро. Артик, карта. Люблю эту карту. Интересная карта. Позиция достаточно сейвовая. Вот пока стоит. Что из-за заднего расположения башни Крайслер мне не очень понятен именно в плане вытанковывание, я слишком доворачиваю корпус, и из-за этого меня пробивают. А на другом фланге пока я думаю, хорошо. Тебе надо сыграться с этим танком. Я обязательно с ним сыграюсь. Я поехал рашить. Это правильное решение? А почему бы и нет? Действительно. А почему бы и нет? Один в поле, не воин, как говорится. Не, у меня есть союзники. Смотри, чтобы ты не остался один. У меня есть союзники сзади, но они стоят. Так, вот, вижу... из три. Опа. Сильная машина. Там у нас еще и борщ. Пробивает меня изи, как и из третьей. Тихо, надо как спрятать. Это борщ пробил, да? Тихо. Вот, вот. Отлично, затанкованный выстрел. Отлично, следующим шотом, да. Борщ меня заберет. Давай, давай, давай. Нет, фугас не зашел. Не зашел фугас. Я думал, что он даже мимо не пролетел. Не долетел. Тут дом кто-то поставил. Кто-то поставил дом. Кто-то построил дом. Дом, который построил Джек. Да. Шутки у нас не смешные сегодня. Смешные, пожалуйста, дайте. Подарочки спрашивают, будут ли зрителям. Сегодня мы показываем красивые бои, сегодня мы показываем шоу-матч, мы не хотим отвлекаться. Поэтому, к сожалению, на этом стриме мы не делали никаких розыгрышей. Однако, как вы знаете, прекрасно каждый стрим мы стараемся что-нибудь для вас подготовить, чтобы приятно, какие-нибудь подарки. Тортик всегда вас очень радует подарками, делает розыгрыши. Но сегодня мы смотрим за красивыми профессиональными боями, слушаем профессионального комментатора Артика. И подглядываем какие-то тактики, подглядываем стратегии. Артик у нас умирает, вот так делать не надо. Опять я сыграл не как киберспортсмен, но я поэтому и комментирую, а не играю в турнирах. Так, ребята в чате, напоминаю, что нужно перезагрузить трансляцию. Вот Саша перезагрузила, и я вижу, что у нее на мониторе все идет, все хорошо. YouTube, к сожалению, шалит. Да, вижу, ребята пишут, что есть проблемы с YouTube конкретно. Сейчас все хорошо, пишут ребята.
пробуйте перезагружать, обновлять страничку. Надеемся, что все будет хорошо, что вы будете вместе с нами наблюдать за боями. Не оставите нас тут вдвоем с Артиком. Нет, ну мы можем. Будьте, конечно, вместе с нами. Прожимайте, пожалуйста, ваши пальчики вверх, нам очень приятно. Спасибо вам большое, что вы смотрите, что вы сегодня с нами. Очень приятно, что субботний вы интересуетесь. Да, а вы с нами. Это же круто. Это приятно провести субботний вечер в компании профессиональных игроков. Даже на работе. Ничего страшного. Я вижу, тебя приглашают во ВСПО. Нет, это приглашение, но не то, которое мы ждем. Есть еще время. Есть еще 7 минуток у нас. Да, Артик еще поехал. Боец сыграет на Крайслере. Я хочу мастера. Сделай что-нибудь. Что мне, наколдовать? Махрутку. У нас нет никакой подкрутки и махрутки. Ну ладно. No skill, just luck. Давай, меняем местами. No luck, just skill. Включай свой скилл и сделай красиво. Покажи нам красивый бой. Хорошо, вот сейчас. Видишь, как красиво 4-4 играли с Эйс Вентурой? Вот сделай так же, пожалуйста. Вот за меня игрок 3-4, торнадо 3-4. Какие-то флешбеки у нас, да, сейчас, флешбеки. Да, флешбеки. Такие же, как у тебя по поводу нашего последнего твистера. Очень ты любишь его вспоминать. Да. Знаю, комментировал 5 часов. Вы комментировали вместе с Торсиком. Отличная работа, профессиональная. Было очень интересно вас смотреть и слушать. Я находилась меня нахваливать, я сейчас расслаблюсь. С командами. Опять. Очень интересно было наблюдать, как они переживают, как они готовятся к боям. Знаете, такой вот закулисный момент. Ты приоткрываешь интересно. Завесу тайны? Ну, чуть-чуть. Это же всегда интересно посмотреть, что происходит вот именно там, за кулисами. Как я команды думаю, готовятся, как они волнуются, переживают. Нашим киберспортсменам было тоже очень приятно. Очень приятно с тобой общаться, я уверен. И теперь уже, если вдруг 4-4 пройдут на следующий твистер, и там будешь ты, то сможешь им передать привет, сказать, а вот ваше становление я наблюдала своими глазами. Наблюдала, да, поддерживала Арска в комментировании. Надеюсь, что все будет круто у команд. А, сезон скоро у нас новый сезон. Давай не будем ничего говорить про будущие такие планы. Просто намекнем, что все будет хорошо. Не твистер. Сезон рейтинг. Не сильный сезон рейтинговых боев. Ждешь? Жду, надеюсь, буду участвовать. Будешь комментировать? Расскажи, будешь комментировать? Я люблю смотреть твои матчи. Хочу комментировать. Главное, чтобы команды хотели играть, а зрители хотели смотреть, и тогда все будет хорошо. Я думаю, с этим проблем у нас нет. Сколько же я сейчас вытончил? Ой-ой-ой-ой. Артик у нас сегодня играет с ПК. Ну, извините, ребята. Да, так сложилось, что и комментируем, и надо как-то забивать вот эти промежуточки между турнирами. Поэтому чуть-чуть Артик, да, у нас с ПК поиграет. Однако ничто не мешает вам. Это не играть. Запрещено. С планшетом, да. Законом не запрещено. Да. Играю на чем хочу. Да. Вы всегда можете включить единый тип управления, чтобы играть только с планшетами, с тач-девайсами. Соответственно, тем самым вы можете несколько уравнять шансы с союзниками и соперниками. Фугас от Артика. Фугас. Ой, зашел, ничего себе. Обычно я не пробиваю. Так, подожди, за мной там выехали. Артик, тут, убегай. Тут надо тащить, оказывается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не надо меня пробивать, пожалуйста. Вижу, подсказывает нам наша техническая команда, что вы можете поставить немножко качество картинки поменьше на Ютубе, чтобы избежать каких-то технических проблем, чтобы избежать лагов. Это Ютуб. Это Ютуб, да. С нашей стороны мы гарантируем, что все хорошо, мы делаем все возможное, чтобы предоставлять вам качественную картинку, качественный контент. За что вы нас и любите. И мы вас тоже очень-очень любим. Передаем привет всем, кто в чатике. Спасибо вам большое, что пишете. Совсем скоро у нас начнется, через буквально 5 минуток, матч 4-4 и C4. Очень интересно знать ваше мнение, за кого вы болеете. Артик у нас понасобирал нашивочек, наград, медали, молодец. Нафармил. Нанес урон. Очень хорошо нафармил, 85 тысяч кредитов. Без бустеров. Отличная работа. По БЗшке. Артик, это была победа. Я немножко отвлеклась на чат, это была победа. Да, правильно? Это была победа, это был отличная неплохой работа. Урон, но до мастера мне еще играть и играть. Хорошо, потом как-нибудь возьму мастера, потому что у нас есть приглас, отлично, комната. Супер. А супер, какой-то немецкий немножко проскочил. Карта Форт нас ждет. По тем же картам, по тому же сценарию будет проходить наш шоу-матч C4 против 4-4, но... Я вижу сетап C4. Тяжело вздыхаешь. Я вижу. Хватит 3 минут. Просто в чате возгласы всех любителей немецкой техники. Ура!
И вот вот уж откуда этот немецкий у меня проскочил. Там пасхалочка была. Как раз таки супер. Супер. C4 будут нам действительно тоже показывать шоу без подсадочек, но и играть нестандартно. Это тоже очень круто. Ничего ребята не теряют, только получают. Только получают вашу любовь, признание. Ваши лайки, пожалуйста, не забываем, пальчики вверх ставим на нашем официальном стриме. Пишем комментарий, за кого вы болеете в этом матче, 4-4 либо C4. Кто ваши любимчики, на кого вы ставите? Кто заберет у нас звание лучшей команды в данном шоу-матче? Очень интересно ваше мнение, я с вами в чате. Пожалуйста, пишите, ваши, за кого вы болеете, вашу команду, вашего любимчика, вашего фаворита. Вот я вижу вопрос из чата, когда бой прямо сейчас. Ребята, есть задержка небольшая на стриме для того, чтобы команды не смогли подсматривать за стримом. Но бой уже прямо сейчас, никаких у нас технических проблем уже нет. Это просто прекрасно. Да, спасибо большое нашим командам, организаторам за то, что все хорошо, все пришло. Это очень радует. Буквально считанные секунды остаются у нас до матча. Команда 4-4 прожимает готовность, немножко подглядываю в монитор Артика. C4 готовы, всегда готовы. C4 просто готовы с первой же секунды. Залетели, выбрали технику, прожали готовность. Они прям, да, уже держали пальчики свои на готовности. Но лучше бы на твистере победили. Артик, ты разбиваешь мой сердечко. Простите. Желаем удачи командам. Ждем прожимания готовности от инкаминга. И у нас есть еще какие-то полторы минуты еще есть до старта боя, успеют они. Я хочу уже посмотреть вот этот вот сетап, что будет, что будет. Очень интересно, а команды у нас же видят, правильно, какой сетап у противника? Нет. Не видят? Да. Сюрприз! Не видят прямо, когда бой стартанет. Очень интересно, у меня прям, я не могу, я в ожидании, в предвкушении, у меня потеют ладошки. Это будет горячо. Не видят сейчас наши зрители того, что видим мы. Один батчат и 5.6 советской техники сейчас. Ай-яй-яй. У команды 4-4, да, ребята, вы сейчас увидите. Сейчас вы, будет вы интересно, горячо. Флешбэк сейчас увидите. Карта. В какой-нибудь год. Карта. Карта Форд. Карта Форд. Превосходство. Очень интересно, я не знаю, как они сыграют 7 маусов на карте Форд. И вот теперь видят это все. 7 маусов да. Против 6 объектов 140 и 1 из 7. Это будет действительно шоу, которого мы заслужили. А почему, почему из 7? Вот Виноград, скажи, что побудило тебя взять из 7? Быть, почему отбился от команды? Он очень любит со 7-го, давай посмотрим. Больше давай, всего посмотрим, у него боев еще, как буквально... раз на объекте 140. Но из 7, я вижу 3660 боев, однако много. Вот я вижу в чате, очень много ребят болеют за C4. C4, обратите да. внимание на 4-4, они тоже достойны того, чтобы за них болели. Болеют и за 4-4, поддерживают ребят, передают привет команде C4, мы тоже передаем привет команде C4. О, молодцы большие, спасибо большое, что столько лет вы уже с нами. Вы любимчики СНГ, наших игроков на RU-сервере. И думаю, что заслуженно весьма. Итак, у нас начинается сейчас бой. Сейчас увидим, заслуженно или нет. 7 маусов, это рискованно, но это очень-очень интересно. 7 маусов, команда красных, C4, я никогда так быстро не проговаривал сетап. И 7, и 6 объектов 140 от команды синих, от команды 4-4. Удачи вам, карта Форд, поехали. Мы видим уже, как команда C4 направилась на точку А, и мы видим, как я и говорил, два игрока из этой команды под клантегом Extra Quality. Есть небольшие перемены после Twister Cup'а, но этот шоу-матч играются именно в том составе, каким были в Минске. Так, что у нас объекты 140? Есть засвет по маусам. Будет ли избиение, пока едут сюда маусы? Маусы-то бронированные, маусы-то имеют целую кучу ХП. Посмотрите на разницу в ХП уже прямо сейчас. Она 3500. И это очень-очень много. Это больше, чем один танк. Маусы едут душить дальше. Никейс вместе с проски лом. Никейс подпирает проскила, что? Нет, не подпирает, хотя есть небольшое трение между ними, и здесь очень много получает Impossible. Поехала вкатка от Авенджера, поехала вкатка, но его ставят на каток, и 1300 очень быстро отлетает, откатывается назад, но Авенджер просто заканчивается, не доехав и полпути. Diamond April вместе с Apple Wall'ом здесь, и Никейс делает минус на Impossible, и счет-то 2-1, Никейс в ангаре. Incoming приехал сюда, Apple Wall уничтожают эти маусы, просто душат. Посмотрите на количество ХП, это новая мета в наших турнирах.
7 маусов нужно только вкачать осталось. Diamond April получает по себе выстрел в корму. Еще просто по фокусу отлично ребята играют из команды C4. И 4 четверки не знают, я уверен, что с этим делать. Очень много хп, очень много брони. И все стреляют, и все едут, и никто не собирается здесь играть по фанчику. Это было очень круто. Incoming уезжает от маусов. Ну куда ж ты уедешь? На подсадку гриля, но тебя никто не подсадит. Остается один Incoming. Берется точка Б, и расстрел сейчас будет именно этого объекта. 140, до свидания, ребята. 4 четверки. А что? Я даже не знаю, как вам помочь. Что с этим сделать? Это 7 маусов, которые едут и давят, и убивают. А сказали в комментариях, что 7 маусов будет скучно. Не будет скучно, ребята, сегодня у нас вообще это не будет скучно. Скучно? Серьезно? Это огонь просто. Очень быстрая, классная, красивая, интересная игра. Необычно, необычно. Как это законтрить? Я прям не знаю. Вот действительно, возможно, вызывайте рейдов. Вызывайте рейдов. Рейды, возможно, смогут. Да, очень необычно. Возможно, возможно... 4 четверки потом поиграют еще в тренировочных комнатах с командой C4, попробуют разыграть какую-то стратегию, новую тактику придумать и найти выход из сложившейся ситуации. Нас Но не ждет 7 маусов. Маусов, наверное, есть только один выход. C4 знают не только тактику 7 маусов, нас ждет еще одна другая тактика, еще одна неожиданная. 4 тапка льва, ВК-7201, не так давно введенный в игру. Как и... тебе, кстати, ВК? ВК мне понравился очень много, его ребят критикуют, но я покатал на нем, сделал 100 боев с неплохим средним уроном. И мне он действительно понравился. И ВК у нас уходит. Avenger, я вижу, берет Мауса. Понравился Маус. Но ребята из 4 четверок решили, что СТшками вкатывать в такое, это опасно. И у нас будет ПТ в основном сетапчик против неожиданного и стапка львов и Е3-х. Шоу-матч, вот такой вот шоу-матч, это отсылочка как раз к тому моменту, что я говорил, не нужно серьезно относиться к результатам этого шоу-матча, но команды действительно будут отыгрывать красивую игру, что может быть лучше. Передают привет ребята в чатике команде 4 четверки, хвалят вас за красивую игру, вы молодцы, отличная работа. Передают привет и команде C4, ваши поклонники всегда с вами. Просим вас поддержать наши команды, прожимайте пальчики вверх на нашем YouTube-канале. 10 секунд до старта. Саша сегодня выполняет просто огромнейшую работу. Спасибо тебе. И я даю тебе немножко передохнуть, да, от комментирования. Это просто спасает меня, мой голос. Обращайся всегда за. Итак, у нас начинается матч. Та же карта Форд со сменой респаунов и не те же сетапы. 3 Е3-х и 4 тапка льва от команды красных. Это команда C4. 3 бабахи, 2 мауса. Е4 и объект 268 от команды синих. Не берутся средние танки теперь уже на эту катку. Зато берется очень много ПТ-шек, очень много тяжелых танков. И по ХП немножечко теперь уже 4 четверки выходят вперед. И что они там делают? Обнимашки команды. Что это такое? Это еще одна какая-то подсадочка, но здесь нет подсадки. Что-то, о, это что-то интересное. Что-то выстраивают ребята. Что-то выстраивают, непонятно, да? Что. Ай-яй-яй-яй. Никейс на своем тапка-льве выкатывается на балкон, но ребята не встретят своих соперников что пока по засвету. У команды 4 четверки. Они делают Пошли. Действительно шоу-матч какой-то. Пошли выстрелы. Стреляют в воздух. А пока что C4 играют на победку. Захватывается точка Б. И превосходство это всегда хорошая идея. Хочу тебе сказать, Артик. Если команда не хочет идти к нам, то мы сыграем от превосходства. Точка Б будет захвачена УФПНЖАшем. И ребята из C4 будут становиться в приемочку. Никейс засветит. Никейс здесь на тапкальве может и засветить своих соперников. Пока засветил Инкуминга на может маусе. Может ли это стенка на стенку быть? Пока что, скорее всего, нет. Все-таки C4 на прокатке. На прокатке неплохо отстреливают Diamond April. И ребята из C4 захватывают преимущество на карте не только по превосходству, но и по ХП. Точка С будет захватываться командой синих, а эта точка им не очень поможет. Никейс при приемке выдает первый шот в этом бою для себя, и точка С не берется командой синих. Как я и думал, бабаха заканчивается на прокаточке. Нельзя ехать на бабахе первой. 4000, 3500, ладно, ХП за командой синих. Diamond April встречает один на один Никейса и не пробивает тапка льва. То, о чем я говорил, тапка лев может танчить, если правильно доворачивать корпусом и
двигать башней, двигать орудием. Инкубин вкатился на Маусе. Ребята из С4 принимают здесь своего союзника и защищают Никейса, которого ставят бортом к команде синих. Но здесь просто разнос. Здесь 6000 хп за командой С4. И те, кто говорил, что 4-4 играют серьезно, а Эсвентура нет, возможно, сейчас вы поменяете свое мнение, потому что С4 просто раздавливают в мясо своих соперников. Хватит 3 минут, здесь закончится, скорее всего. Виноград фугасище наносит уроном. Отличный выстрел по хвате 3 минут, но дальше больше этого фрага сделать команде синих не удастся, я практически уверен. Хотя хватит 3 минут, поворачивается и выдает свой выстрел по Е4, но отправляется в ангар. Сваровский едет, и за ним вся его гоп-компания. Куб здесь, у Кунжаш также вкатились. И Виноград, до свидания. Есть минус 6-1, чистейшая победа, 4-4. Возможно, не имеют более новых тактик для этой карты и уже после сыгранных матчей против Эсвентуры не хотят показывать то же самое. А возможно, не знают, что противопоставить 7 маусам, и до сих пор у них этот флешбэк. Что же сердечко делать, ёкает, что да? же делать с этими маусами, но там уже не маусы. Ладно, Кастилья. Очень необычно, очень непредсказуемо. Непонятно было, что выстраивали 4-4 в начале. Я думала, что сейчас будет какая-то крепость, живая стена. Прикрывают друг друга, однако было что-то иное, другое, интересное. Вижу, передают привет команде С4, поддерживают вас, ребята. Я тоже передаю привет 4-4. Тоже передаю привет Эсвентуре. Да, Кастилья нас ждет, и наши неожиданные сетапы будут продолжаться. Пока мы не видим этого, вы не видите этого на экранах, но я вижу, и это будет неожиданно. Опять же, на Кастилье играть интригу вот этими сетапами, это очень-очень интересно. Если сейчас будет стенка на стенку, то у 4-4 будут проблемы, я практически уверен. Артик, тебе комментарии летят за отличное сопровождение шоу-матчей. Спасибо большое, ребята, в чате всем огромнейший привет. Лучшая благодарность от вас — это прожатый палец вверх и похвалительный комментарий в адрес нашей Александры. Спасибо большое, переживу мне без комментариев, но пальчики вверх всегда очень приятно. Спрашивают мой ник в игре, вы можете найти меня по никнейму Матюш Алекс. Пожалуйста, можете перейти в наш паблик ВКонтакте. Я там в списке стафа Wargaming. В контактах Александра Матюш. Можете меня найти, добавить друзья ВКонтакте. Ты играешь во взводе? Я нет. Ну, редко, ну, бывает. Ну, в основном я с Артиком играю. Потому что она играет только со мной. Хорошо. Да. Всегда всем отвечаю ВКонтакте, пожалуйста, любые вопросы пишите, всегда всем отвечу, помогу, чем смогу, либо перенаправлю, куда нужно. И я знаю, что совсем скоро у нас остаются считанные секунды. Да, и уже бой запущен. Уже начинается бой. Удачи. Карта Кастилья. Удачи командам. Удачи командам. Сейчас зрители все увидят. Сетапы просто превосходные. 6 бачатов и MX50B от команды синих, команда 4-4. И 2 Паттона, и 5-40, 2-0-2, танк, который практически не используется в турнирах высокого уровня. 40-2-0-2 берется в количестве 5 штук, и это будет что-то невероятное. Горячо. Давайте будем смотреть за бачатами, которые очень быстрые и которые будут действовать гоп-компании, как и 50-бэшки. Также здесь Apple Wow закатывается, но никого не светит. Есть засвет по Уфпинжашу. Уфпинжаш в засвете. Будет ли браться точка Б? Нет, ребята, С4 знают, где вкатка, и пошел. Пошли выстрелы хэш-фугасами. Это может быть очень-очень больно для команды синих. Переехали они сюда. Хорошо. Будут убивать Сваровский, но там Виноград. Виноград, где же ты, братан? Здесь катаешься. Вот они, хэш-фугасы. Просто уничтожение Винограда хэш-фугасами. Сваровский скатывается и забирает своего соперника. И Куб, как у тебя дела? У Куба все хорошо, как и у Милка, но вкатка пошла на проскилла. На проскилла пошла вкатка, которую будут забирать эти бачаты. Просто свои барабаны отстрелили они. И дальше 2-1 счет. Без тяжелых танков у нас драки происходят. Пытаются отстреливаться. 42-02. Уезжает Милк отсюда. Нет, у него отличная позиция. Он не собирается уезжать. Он может здесь от башни неплохо так вытанковывать. Хорошо, Милк. Есть выстрел по инкумингу. Неплохо. Что, как дела у Никейса? У Никейса все
все плохо по ХП, но позиция неплохая. Если будет вкатка, то ему точно уже не жить. А там поехал Apple WoW. Поехал вкатываться на Милка и будет его забирать с трех тычек. Но этого не хватит. Да, 277 заходит альфа, этого мало. Еще два снаряда есть. Будет его убивать или нет Apple WoW? Нет, не пробитие. По Паттону есть помощь для команды C4, для Милка. Это просто не тащится. 4 четверки. Это 3-0. Это 3-0. Это без шансов. Я жду камбэк. Нет, я хочу сказать, камбэк. Что так нужно было на Твистер Капе. Я буду продолжать это говорить. Флэшбэки у Артика с Твистер Капом. Но круто же играют все четвертые. Круто играют, круто играют. Почему молодцы. Нельзя так было на Твистере? Сильные противники. Уничтожение. Эйсвин Тура очень буйная. Четыре четверки тоже сильные команда. Противники. Я тебе сейчас про твой Твистер и про твои флэшбэки. Ну ладно. Как старый дед, ладно. Купнишь сегодня целый день. C4. Молодцы, ребята. Хорошо сыграли. 4-4. Молодцы. Очень достойный, сильный противник C4. Поэтому не стоит расстраиваться, отчаиваться. C4-4. Что-то я уже начинаю волноваться, заикаться. Название команды ребят. Как тебе, а? 4-4? 4-4. И C4. Очень интересно, да? Расскажи мне про 4-4. Я знаю, что там есть ребята из C4. Да, есть три игрока из команды. Которая то есть сейчас у нас уже сталкивается клан. Да, сталкивается между собой. Все в матче, да. И в дальнейшем некоторые ребята из четырех четверок будут отыгрывать уже за C4. Это можно отследить по клан-тегам, в общем-то. Изменения у нас есть в команде C4, да, тоже после Близ Твистер Капа. Да, в общем-то, это нормальная ситуация, когда конечно, команды конечно, меняют. Конечно, команды меняются, но от этого они не становятся хуже. Они только усовершенствуются, становятся лучше, круче, быстрее, выше, сильнее. Совсем немножко, меньше минут остается у нас до следующего матча. Если вдруг сейчас 4-4 ничего не противопоставят, то если 4-й закончат этот шоу-матч со счетом 4-0, это будет... Я не хочу в сухую слива. А давайте, чатик ребята. Хочет? Чатик не хочет, чатик поддерживает, C4 поддерживает, 4-4 пишут, 4-4 тащите, тащите, ребята, давайте, сделайте это. Я знаю, что вы можете беспокоиться, что Аня Тортик больше не будет. Аня будет с вами, не естественно, будет никуда, никуда не деваться, все хорошо. Можете передать ей привет, она нас смотрит обязательно. Ей будет очень приятно. Я думаю, ей очень и так приятно, что вы по ней скучаете, очень ее любите. Итак. 10 секунд до старта, та же карта, смена респауна. Давайте, давайте, 3-0 ребята. Счет в пользу C4. 4-4 что-то придумывайте, мы не хотим 4-0. Итак, поехали. Давайте держим за вас пальчики скрещенными, 4-4 сделать это. Кастилья со смены респауна в превосходстве, 7 леопардов. При счете 3-0, 4-4 идут ва-банк. 7 леопардов против 5 Е50Мов и 2 леопардов от команды красных. Давайте смотреть, куда направятся эти средние танки. У нас просто мясо. Действительно то, что мы заслужили в этом шоу-матче. Никейс вместе с Проскиллом на своих Е50М едут налево. За ними едет Милки, хватит 3 минут. Остальная команда C4-х направилась ближе к точке А. А вот ребята из 4-4 всеми 7 леопардами направились на точку А. И здесь они будут полностью доминировать. Будет ли захватывать виноград? Нет, объехал. Очень виртуозно объехал точку А. Не заехал на нее. Точка С захватывается командой красных. И виноград за свете. Виноград за свете, как и 2 танка команды красных. C4 будут играть от превосходства. Захватили точку С. C4 захватили точку С. Окей, куб здесь вместе с Уфпенджашем на Е50М. Они принимают инкаминга и выдают по нему уже 3 выстрела. Виноград здесь на леопарде неплохо. Заехал в дома и окружает своих соперников. Возможно, фокус по нему пойдет, но нет. По фокусу уничтожают сейчас куба. И кубу нужно сейчас помогать. Как-то закрыть его от леопарда. Уфпенджаш пытается это сделать. Нет, не пытается. Куб пытается как-то в клинче вытанковать свой урон. И здесь уже закончился куб. 1-0. Уже 2-0. Это камбэк от команды 4-4. Четверки 2-1. Все четвертые не сдаются. Там Милк закатывается. А здесь минус у Пенджаш. Неплохо сыграно. И по ХП у команды красных все очень-очень плохо. И все ухудшается, потому что на Никейса поехала вкатка. Diamond April может закончиться сам. Да, в ангар отправляется он. Но это размен на Никейса. А там с другого фланга Милк вместе с Проскиллом будут убивать инкуминга. Неплохо по нему отстреливают. И он пытается уехать. И у него это получается. Виноград шотный. Нужно пожить ему. Проскилл вот блиц имеет фул ХП. Но импасы был едет просто
на своем леопарде забирать Милка. Поехал, выдает тычку, просто как они стреляют на ходу, отличный выстрел. И забирает все-таки Милка в ангар Виноград вместе с Impossible. Виноград, кстати, подводная лодка, здесь Виноград выплывает из канавы и забирать будут проскилла. Инкоминг, просто падение, вы видите. Для ребят это действительно шоу-матч, ребята фанятся, катаются, убивают. И хватит 3 минут, остается совсем один на своем леопарде. Есть минус и есть победа. 4-4, молодцы. Хватило 3 минут. Да, действительно хватило. Очень-очень неплохое замечание от тебя. Артик опять с нулем, смотри-ка. Артик с нулем. Отличная работа, 4-4, это камбэк, и счет у нас 3-1, отличная работа, молодцы, мы ждем от вас еще победных матчей, давайте, ребята, вас очень сильно поддерживают в чате, 4-4 на вас ставят, большие молодцы, отличные, просто нас ждет танкисты, снова смена карты. Танкисты. Смена карты, что да. У нас следующее? Канал, как и было в первом шоу-матче, но таких сетапов в первом шоу-матче мы не видели. Там было больше похоже на турнирные расклады в первом шоу-матче из Вентуры и 4-4. Ага. А сейчас это действительно шоу, которое может быть в нашей игре, но которое на высоких стадиях турнира, на крупных турнирах, вот когда есть риск, так играть боятся. А боятся играть, потому что риск всегда должен быть обоснован. Оправдан, если да. Не можешь быть уверен, не рискуй. Ну, это я так, со своей точки зрения, рассуждаю со своими 50%. Так, что у нас там в чате? У нас в чате ребята очень сильно поддерживают команды, прям прописывают. В основном за C4. Поднимают щиты за C4. Молодцы, молодцы. Молодцы, я знаю, Артик, это твоя фишка, да. Ты всегда просишь ребят в чате поднимать щиты. Главное, чтобы не сломать нам чатик на Ютубе. Не сломаю, все хорошо, да. Всем огромнейший привет. Нас ждет карта, канал, я напомню, через 30 секунд. И по сетапу вы опять будете удивлены. Команды как будто бы сговорились. Не думаю, что кто-то сговаривался. Ну ладно, ладно. Но никаких по постав, все свежо, ново. Нет такого слова. Просто у нас снова немцы против советской техники. Немецкая против советской. Немецкая против советской. Да, где-то у нас были маусы. У нас были маусы на форте. Теперь у нас леопарды, но от 4-4. Поехали. Очень интересные сетапы, да. Ребята в чате говорят, что могут быть подставы. Не думаю. Нет, очень профессиональные, ребята, команды. Какой смысл играть подставы, если это награда уже будет начислена? Это да. Премиум танк 8 уровня, Chieftain Т-95. И в любом случае, как бы ни закончился матч, нет смысла катать подставы. Просто нет. Они просто фанятся. Поехали. 7 леопардов. Команда синих. Снова очень быстро я озвучил сетап. 6 объектов 140 и Т-22 СР у команды С4. Неуловимый УФПНДЖ, Лев Львиный. Кто его еще как знает, Иван, привет тебе, становится в кустик, и здесь не будет драки. Уфпенджаш надеялся, вот видите, он ждет и надеется, когда леопарды приедут сюда, но никого здесь не светит. Команда синих, в свою очередь, поехали и развернулись. Они поехали на точку А и развернулись. Посмотрите, как очень-очень синхронно они это делают. Хотел сказать зеркально, но нет, не зеркально. Все четвертые не уезжают с точки Д и наоборот берут ее. Взяли, ребята, эту точку. По превосходству здесь ничего не закончится. Сваровский приехал сюда. Есть засвет. Сваровский, может быть ошибочка. Леопарды едут убивать. Они едут просто лавиной. Посмотрите на миникарту. Они едут и стирают порошок просто Сваровского. 140 здесь. Откатывается назад. Нужно закрыть его. Но как? От кого закрыть? От 7 танков, 7 леопардов закружили Сваровского и Никейса. И это сразу же молниеносные 2-0. Отлично сыграно. В ответ Avenger отправляется в ангар. С4 контратакуют как могут. Инкуминга могут убить. И также инкаминг шотный. Но 2-3 счет. И С4 здесь уже что-то придумать очень сложно. Хотя по ХП они лидируют. И есть вкатка. Они выкатываются все вместе. Синхронно и забирают Винограда. 3-3. По ХП у них все круто. У них проскилл по КД своего орудия. Стоит и накидывает. Минус у Пенджаш. Неплохо. 3-4 счет. И 300 ХП за... Уже 1300 внезапно за командой С4. Инкаминга нужно забирать. Он шотный. Но он сейвит свои ХП. А Apple Wo отправляется в ангар. С4 камбэкают этот вкат. Как они это делают? 4-5. Еще можно тащить. Минус Impossible. Остается 2. Два брата из экстра квалити уже. Diamond April пытается как-то убить. Один остается он. Инкаминга забирает. Хватит 3 минут. И проскилл не даст шанса Diamond April. С4 вот так вот очень символично оставляют двух братьев в живых и заканчивают этот шоу-матч. Выдыхай. На очень красивой ноте. Выдыхай. Это была очень крутая вкатка. Это нельзя
сыграть в это подставу, ребята. Это действительно вот просто взяли и вкатили леопарды. Я не могу, я в шоке. Аси четвертые просто взяли и камбэкнули. Ну как? Вау, молодцы. Вау. И что у нас в итоге? Счет 4-1. 4-1 в пользу команды Си-4, но... Я уверен, и одна, и вторая команда довольны этим шоу-матчем. Да, у нас были технические сложности с пригласами в турнир, из-за этого немножечко сместилось время старта боев. Но лучше позже, чем никогда, однако. Так точно, лучше позже, чем спасибо, никогда. Спасибо, что подождали, спасибо за ваше понимание. Отличная работа. Ребята спрашивали, за кого лично я болела в последнем матче, за 4-4, либо за Си-4. Знаю я Си-4 лично, ребят, мы встречались с ними и на Блиствей Серкапе, и на, в Москве. На Wargaming Fest. Встречались, обнимались, болтали, поэтому я болела за Си-4. Может быть, именно поэтому они и победили? Ты думаешь, что это моя любовь, моя сила и поддержка? Ну, 4-1 это очень уверенный результат, молодцы. Я думаю, что тут только их профессионализм, их отличная, слаженная командная работа. Молодцы, ребята, отлично. 4-4, выражаю вам отдельный респект. Я не видела таких красивых боев. Я жду вас, я хочу вас видеть в наших турнирах. Вы профессионалы, вы большие молодцы. Это больше заслуживает уважения. Артик, я знаю, что тебе понравилось 4-4 команда. Да, мне понравилась команда, что-то там непонятное делалось на форте. Отдельный вам за это привет. Участвуйте в турнирах, развивайтесь дальше. Я обращаюсь не только к 4-4, а ко всем командам, которые играют в нашу игру, которые участвуют в турнирах. И бросайте вызов звездам. И, возможно, в следующий раз мы с Сашей или мы с Аней прокомментируем именно вас. Как думаешь, возможно, 4-4 бросят вызов? Возможно, они наши будущие звезды. Яркие. Вполне возможно. Почему нет? Почему нет? Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, стремитесь, развивайтесь, обсуждайте тактики, создавайте что-то новое. Станьте нашими новыми легендами. Смотрите турниры, смотрите наши стримы, мы обязательно к вам еще вернемся. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое тебе. Ура. Спасибо, ребята. Пока. Пока.